Меня зовут Анна Величко. Я работаю в казахстанском издании «Караван» и работаю в столичном офисе газеты. Я Мунара, приехала из Бишкека. Ман Бахманер Надиров, аз Таджикистан умадам. Дар, Уджонси и Тилоти, Азия Плюс Корник. Сегодня мастер-класс весь день нам давала Настя Латарева, это главный редактор портала «Такие дела». Наконец-то мне доходчиво объяснили, что такое сторителлинг, какие у него особенности и что он вообще значит. Настя, она мне очень сильно понравилась, она простым доступным языком рассказала о своем опыте, как она делает материал. Это будет для нас примером. Storytelling در تاجیکستان بسیار کم استفاده می شود. شاید سببش در آن است که بیشتر در تاجیکستان نمی خواهند قصه کنند درباره خودشون یا درباره روزگارشون. کوشش میکنیم که استفاده کنیم. То, что они делают, то, как они делают спецпроекты, это безумно интересно, и, по крайней мере, в Казахстане такого точно нет. А раз она это делает, то, наверное, и мы можем.